Нужна такая идея, почему не организовать кинофестиваль, который будет показывать азиатские фильмы и также будет помогать продвижению фильмов из азиатских стран. И мы провели первый кинофестиваль в 2015 году. Партнером кинофестиваля на сегодняшний день, медиапартнером выступает журнал, который входит в тройку самых авторитетных журналов в кино мире. Это Variety, сейчас главный медиапартнер. Также, вы знаете, очень авторитетная организация кинокритиков «Золотой глобус». И эта авторитетная киноорганизация тоже заявила о желании быть партнером этого кинофестиваля. Еще одна радостная новость, буквально, которую я вчера получил, это также Sony Entertainment кинокомпании тоже изъявил желание быть партнером. А также в правлении, только в правлении у нас около 5-6 оскароносцев, которые выиграли Оскар. Кинофестиваль уже превращается очень такое хорошее и большое мероприятие, которое проводится в этом городе Лос-Анджелесе. И мэр этого города в этом году он повесил постеры этого кинофестиваля в 14 местах в главном городе этого города. На самом деле стало лучше для режиссеров азиатского кино. Многие страны, включая Японию, Россию, Китай, Тайвань, Сингапур, они уже традиционно начали продвигать свои фильмы через наш кинофестиваль. И вот такие статуэтки будут вручаться кинорежиссерам из Азии, которые дерзнули попасть в Голливуд и хотят получить Оскар.